Так, рассказываю суть карты. Смотрите, нам нужно в этой карте, судя по названию, защитить конвой. Смотрите, у нас слева сверху будет постоянно спавниться грузовичок с ядерной боеголовкой. Ну, как в оригинальной кампании Tiberium Wars, которую надо было в одной из миссий за нод защищать. То есть, если уничтожают, понимаете, на месте, где была уничтожена машинка, будет ядерный бубум. Нам нужно три таких машинки провести. И проблема в том, что долина, по которой надо провести ее, усеяна стальными когтями ГСБ. То есть там улучшенные турели, бегемоты, все как надо. Короче, там жопа полная. И у нас будет три базы справа снизу. И нам надо как-то обеспечить им, этим машинкам, проход. Ну, коридор, грубо говоря. Вот и вся миссия. Нам надо три штуки провести. Непонятно, но очень интересно. Машинки едут сами, если что, да. Ну, я просто эту карту запускал, я проверил, как она работает. Вроде нормально. Причем здесь, как в Tiberian Sun, карта открывается без тумана войны. То есть ты ее открываешь сам. Она вся черная-черная, черным-черно. И открывается по мере продвижения ваших юнитов. Обнаружено ионное орудие. А, да, тут еще ионное орудие. Совсем забыл про это сказать. Такой маленький нюансик. Он нас будет подгонять немного. Ну да, такой маленький. Такой маленький, такой длинненький нюанс, который будет нас постоянно подгонять. Обнаружен храм Нот. Так, и вот наши храмы. Они не запитаны, нам получается три боеголовки надо, чтобы достать их к храму. А вот и машинки. Строительство. Типа, вам нужно защищать эти конвои. Ну да. Строительство завершено. А можно мы их не будем защищать? Они сами неплохо справляются. Я тебе скажу, они будут с периодичностью в несколько минут выезжать, и ГСБшники успеют все починить. Строительство. Так что в этом нет большого смысла. Так, окей, погнали. У нас тут есть несколько крутых юнитов. Там Харон, например, есть, огнеметный танк. Контейнер с деньгами. Тут контейнера с деньгами есть. Тут можно забрать еще несколько тибериумых вышек. О, в смысле, у меня техник максимальный. Да. Можно тибериумые вышки забрать им. Сразу. Строительство завершено. Так. Понеслась. Тут на фоне еще происходит какая-то непонятная заруба. Строительство завершено. Капец, у тебя бегает. А у меня он не такой, кстати, резкий. У меня какой-то он медленный. Доступны новые постройки. Думаю, это не самое критичное здесь. Так, во, прокачаны титаны. Строительство завершено. А что храм Нот недоступен? Потому что туда надо три боеголовки дотащить. Постройка. Слышал, да, что я говорил? Доступны новые постройки. Туда надо дотащить боеголовки. Я понял. Собственно, вот эти три боеголовки мы должны притащить нам на базу. Ну, точнее, они сами должны приехать. И тогда, получается, мы можем бахать храмом. Ну, по идее. Я так понимаю, так скрипты так заложены здесь. Так, ну что, поехали, ракета что надо. Ракета что надо. Постоянно. На месте. Курс. Ракета что надо. Так, турельки давай заберем. Строительство завершено. Обороночку сразу заделаем. А что там, штурмаки, штурмовиками сразу? А я не знаю, это какая-то декорация, типа... Как будто ренегаты какие-то штурмаки. Я не знаю, они просто декорация. Они типа ничего не делают. Просто фигней занимаются. Строительство завершено. Так, ты у нас зелененький, да? Ту-ту-ту, поехали. Опа, понеслась. Имбалансные молоты. Двинется, стреляй. Достанем их. Пуск! На базу напали. Идет ремонт. Так, до зеркашек дожить надо еще. О, у нас... Наш фиолетовый нодовец уже поехал в атаку, да? Быстро вы. Доступны новые постройки. Так. Давай просветим, где они у нас там находятся. Вот у них база слева снизу, кстати, видите? Энергостанция. Там еще сверху где-то тоже есть, да. Так. Ну, вообще, в идеале, конечно, нам полностью базу врага снести. Это прям в идеале. Строительство. Но я не знаю, получится у нас или нет. Можно попробовать. Строительство. У них там прям, конечно, полный фарш. Там мега крутые прокачанные мамонты у них там. Ну, прям все как надо. О, ё! На базу напали. Что? Объект атакуют. Что такого интересного увидел? Обнаружен маяк. Развертывание невозможно. А что там? А, база, да. Это, я так понимаю, их ресурсная точка небольшая. Но я-то ее не видел. Теперь видишь. Теперь вижу. Поздравляю. Огня теперь плавно. Вы видите немножко больше. Я даже чуть-чуть почувствовал. А, она по тебе шмальнула, да? Развертывание невозможно. Кстати, вам хорошо, у вас там синее поле Тиберии есть. Надо будет мне тоже как-то туда присосаться. Строительство. Строительство. Застава уже разворачивается. Это да, там место классное. Рядом с тобой, кстати, валяется это контейнер. Маяк установлен. С деньгами можно забрать. Нифига себе. Им не спастись. О, да. Я уже забрал. Отлично. Там где-то еще был? Да-да-да, вот еще, кстати, Андрей, вон смотри. Маяк установлен.
Левый еще снизу. Контейнер с деньгами. Там вроде по 1000 лежит. Особенно в начале лишним не будет. Так, давай сюда тайные храмы. Ой, блин, 3 минуты до ёнки. А что делать будем? Ракеты что надо? Наверное, да. Мы прибыли. Гори все огнем. Сейчас попробуем ракета сделать что-нибудь. Надо? Объект атакуют. Объект потерян. Строительство. Так, давай развернемся. Ракета что надо? Хорошо. Ракета готова. Ракета что надо? Одно дело. Так, ну я попробую сейчас как-то немножко вперед ракета пройтись. Не сильно, но хоть как-то. Так, темные адепты. Ракета огонь очищающий. Надо? Ва, я за черное братство, что ли, играю? Ракета походу, что да. Строительство. А у вас кто, подожди? Ракета, бессмертная. Так, у нас избранная Кейна. И кто еще? Тоже черное братство, да? Ракета, что надо? Походу, да. Ракета, что надо? Я ванила, понял. То есть, получается, здесь миссии нам раскидали это фракции идет без нашего участия. То есть, нам даже ничего не спросили. О, поехал конвой. Ну, мы, конечно, ничего не успели сделать, но конвой пусть едет. Ракета, очень надо? Интересно. Пусть он выезжает, конечно. Что нам ракета, что классно, надо? Наоборот, от этого. Так, под давай, наверное, призы как найдем. Будем аккуратненько заезжать. Ну, сейчас как там бабахнет. Ракета, что надо? Ну, они починятся. То есть, надеяться на бесконечный спам вот этих ракетных машинок ракета, что надо? Не стоит. Строительство. Ракета, что надо? Так, ЗРК-шку еще заделаем. Ракета, что надо? Так, я пойду немножко пройдусь вперед. По своей линии. Не глянем, что там. Что тут у них, кстати, уже где-то база начинается. Вот где-то здесь. Маяк установлен. У них уже база начинается на возвышенности. Вперед! Так что там аккуратненький будь. Строительство завершено. Там прям вообще неприятно может быть. Так. Раз, два. Обнаружена база так, противника. Три. Да, вон она. Фейзер. Да-да. Обнаружен маяк. Что там? Комбайн. Ну, ему хорошо, он флексит. Mm-hmm. О, мамонт прокачанный. Ё-моё, какая же тут жесть. За ними. Объект тут со звездочкой мамонты. Уничтожить. Осторожней. Неприятно. Ну, не только это, конечно. Убить их. Не подпускай. Хватает тут проблем, а короче. От нас и спрятаться. Осторожней. Не, ну у меня ракеты что надо, поэтому можно попробовать. Они познаются. Они умрут. Усовершенствование выполнено. Хорошо. Два прокачанных мамонта. Да. Ну, думаю, спам ракетчиков порешает этот вопрос. Впрочем, как и всегда. Так, ну это немножко попозже будет. Так, у меня деньга закончилась тем временем. Приостановлено. Блин, хреново. Приостановлено. Отмена. Что будем делать? Три комбайна не дают мне денег. Хреново. Надо, короче, экспанд тогда делать. Вот что я думаю. Подготовка. Без экспанда никуда. Доступны новые постройки. Так, лучевые пушки. Наставники орудий классами срубки. Лучевое орудие. Классная штука. Тибериевые ракеты. О, отличная штука тоже. Блин, все надо. Что там у нас? Бегемотики? Да, вижу бегемотиков. Идет ремонт. Нам нужны новые земли. Что это за фигня такая? Ты что, охренел по мне стрелять тут? Обнаружена база противника. Так, тут на возвышенности, кстати, эти стоят. А, это типа декорация торнадо, да? Без передышки! Конвой прибыл. Это декорация. Блин, ну я думал, это враги. Вражеские торнадо. Нет, это враги. В смысле, враги. По ним атаковать нельзя. Вот у меня призраки стоят, нельзя их атаковать. У меня можно. Атакуют. Усовершенствование выполнено. А, у меня призраки только против авиации. Фига себе, вот это новости. Не подпускай их, стреляй! Да, действительно можно. Слушай, странные какие-то у меня призраки, нафига их тогда вообще строю? Подготовка. Фантомы тогда поехали. Они порешают все. Так, сейчас ёнка, по идее, будет жарить, нет? Ну, почему призраки против военной техники авиации? Призрачный храм. Давай тут где-нибудь его влепим. Пусть они, так сказать, обкекаются немножко. Строительство. Идет ремонт. Вот так. Типа, лянь, у меня есть ядерная ракета. В этой миссии, где мы должны привезти ядерную ракету. Строительство. Клёво же. Славная смерть. Не подпускай их. Так, нормально. Вроде как идет все. Жду приказа. Атакую. Объект атакуют. Объект потерян. На базу напали. У вас там нормалек все, да? Вы там базу вижу. Танковый завод у них там слева. Ё-моё, мы живы. А, кстати, а что ты без войса? Жду приказ. Внезапно славная так. Смерть. Прах, прах.
Не стесняйся, вроде как все свои. Шум на фоне. Понимаю. У меня там тоже. Гонщики нелегальные гоняют. Так, что можно сделать? Блин, денег ни хрена нет. Обидно. Строительство завершено. Так, спам этих. Я их кошмар. Москитов. А нафига в землю стрелять, что там? Земля ни в чем не виновата. Зачем ее уничтожать? Она хорошая. Мы на ней строиться умеем. Земля невиновна. Тихая смерть. Так. Я сейчас, кстати, посношу тут этих торнадосов, потом уже будет залетать. Смерть и разрушение. Как раз таки москитами. Так, поехали, проедемся немного. Жду приказа. Так, посланник, где ты там? Где мой посланник? Только не говорите, что моего посланника просто так уничтожили. Гнев Кейна. И вроде можно на нашем месте строиться. Вроде да, но я по привычке, знаешь, посланника сделал, но его... Нет, куда он пропал? Че, неужто его снесли? А, не, вот он, все. Нашим. Показалось. Объект атакует. Объект потерян. Ох, ё. Бегемоты. Неприятно. Недостаточно средств. Да, прикольные призраки, которые только по авиации шмаляют. Не то чтобы мне это сильно нравилось, да, типа, было бы намного лучше, если бы они не только по авиации шмаляли. Повышение. А как обычные призраки работали, но, блин, окей. Пусть будет так. Идет ремонт. А там конвои по КД приезжают, вот там классно. Сколько они будут приезжать? Объект-то такой. Не знаю. На базу напали. А, у меня посланник проехать не может, кажется. Ну, а по идее, они по кулдауну будут приезжать, то есть бесконечно. Типа им получается, пока мы не достигнем цели, они будут приезжать. Я понял это так. Может быть, я что-то неправильно понял, но единственное, что меня пока напрягает в этой миссии, почему ионка не работает? Она, по идее, должна по нам шмалять. Почему не работает? Ну, типа, она должна нас подгонять, чтобы мы, типа... Смотри, докуда дошел этот... машинка. Да. Главное, чтобы ее не взорвали прямо у нас на базе. Вот это будет клево. А, кстати, к этому все идет. Да не, это вряд ли уже. Там он ли какая-то толпень москитцев летит. Все развернули, можно строить. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. Серьезно, здесь нельзя строиться? Завершено. Развертывание невозможно. Вот это идеальное место я выбрал для развертывания. Здесь нельзя разворачивать базу, класс. Обои пошли, вольнем слева базу. Москитами. Развертывание невозможно. Что делать? Развертывание невозможно. Так а где можно развернуть? Развертывание невозможно. Слушайте, это какая-то вот эта зона проклята. Здесь нельзя ничего строить. Развертывание невозможно. Развертывание невозможно. Вообще ничего нельзя строить. Проклятая зона. А где можно строить? Вот здесь можно. Класс. То, что, блин, нужно. Блин, машинка, кстати, приехала. Я их приехала. Да, реально приехала. Строительство завершено. Я в шоке, на самом деле. Развертывание невозможно. Так, кого еще можно заделать? А че энергии не хватает? Да ладно. Объект-то хватает. А, опять лагать пошло? Опять лаги! Знать бы еще от чего. Гнев Кейна. Выдвигаюсь в тени. Сколько тут москитов? А, это от москитов, да? Возможно. Тогда понимаю. Повышение. Я их кошмар. Я просто сначала не понял, типа, какого хрена так лагает. Подготовка. Пам москитами. Все, понял. Слушай, у нас когда всегда с нами играет Андрей, у нас постоянная такая штука под названием лаги присутствует. А все почему? Потому что имба-стратегия работает. Бля, как он их просто выжигает. Я хотел по-нормальному пройти, а тут оп. А у меня, кстати, авиации же нет вообще, да. Конвой секьюрит, more all on the way. Хорошо, один к нам приехал. У кого-то ядерка появилась, нет? Или пока нет ни у кого? Славная смерть. Смерть и разрушение. Нет. Жаль. Мы очиститель готов. Они познаются. Но меня пошли нападать, кстати. Не то чтобы это было критично, у меня тут все-таки обелиски, но... Неприятно. Очиститель готов. Повышение. Большой мамонт готов где? На базу напали. Действительно. Ух, там ядерка бабахнула. Наверное, в другом месте где-то он выехал. Ждем повелений. Я здесь. Строительство завершено. Так, конвой прибыл, окей. Рады за него.
Очиститель готов. Строительство. Я тогда буду, получается, упарываться по большему... По большей части по оборонке. Строительство завершено. Что такое? Скрины? Что? Так, не убивай их, пожалуйста, сразу. Да просто интересно, что тут будет? Типа генератор искажения. Ну хорошо, они типа базу они построили? Наши. Наши? Их атаковать не могу. А чья это? Сборочная платформа. Это не вся карта, походу. Ну да, там еще выше есть куда-то пройти. Подожди. Скрины союзные? И даже не написано, что это бот какой-то, еще что-то. Блин, классная карта, слышь. Я на самом деле думал, там просто надо типа три конвоя дотащить, а тут оказывается все намного интереснее. Строительство. Единственное, что еще лагает из-за кучи москитосов, но это ладно. Объект атакуют. Комбайн атакует где? Господи, ты куда попер, дурак? Лишним не будет. Надо починиться, съездить. Приступаю к очищению. Комбайн потерян, вот дурак. На связи. Недостаточно средств. А, деньги закончились, понимаю. Ну, скрины ломают комбинаты. Скрины атакуют? А, это они комбинаты ломают вражеские, типа. Да. Они считают, что это враги, поэтому их ломают. Но это нормально у них. Я хотел их забрать. Ну, то понятное дело. Так, отходим, ребята. Гори все огнем! Какой же у меня стильный, конечно, огнеметный танк. Чисто разукрашенный такой, красненький. Как настоящий танк огнеметный этого Черного Братства. Круто. Блин, а на меня тут, кстати, нападают по КД. Блин. Объект продан. За нами сила. Это хреново. Ох, а он ко мне едет, кажется. На базу напали. Здравствуйте. Обнаружена база КТО. Неожиданно. И неприятно. Атакую. Так, наверное, я лучше подойду. Подожду. А, подожди, скрины его атакуют. Лучше пусть он под обелиски подъезжает. Зачем мелочиться? Да, действительно, москиты. А вы оба можете москитов строить, да? Или только я такой неправильный? Славная смерть. Просто я не могу строить, у меня их нет. Мы служим пророку. Я здесь. Блин, меня имбой обделили, ну ё-моё. Выступаю. О, ядерка приехала. Побитая, но приехала. Да, там у них, получается, еще база дальше есть. Есть, есть. Смотри, сколько их выходит. Да-да-да, я вижу. Жечь. Ну, как бы никто не мешал врагам выходить из-за границ карты, это всегда вполне себе нормальная тема была. Но мне показалось, что с нами реально скрины тут бегают. И они вроде как даже ресурсы добывают. Откуда у них войска берутся? Подожди. От скринов? Да. Тоже из-за карты? Тоже из-за карты выходит. Потому что у них нет производящих построек. Тени. Готов. Я ж поэтому и спрашиваю. Словно тень. Уже в пути. Много. Да здравствует, брат. Ладно. Резервуары на пол. Так, еще одна... А, подожди, две ядерки. Почему две? Системы. О, одна уже, хорошо. Курс не доезжаю только. Да, она не доехала. А? У меня что-то храм нот стал цветным, и у вас. Объект атакует. Возможно, он включился? Нет. А, ладно. Я уже понадеялся, знаешь. Она кидать некуда. Блин, они из игры с карты выходят, мне это не нравится. Они моих юнитов убивают. Кстати, хорошо так выходит. Да, нормально, там прям пачка мамонтов. Причем, обрати внимание, они прокачанные выходят, с двумя лучками. Достаточно средств. Ох, ё! Ну, один просрали мы. Конвой. Так, а скрины из-за гринс-карты, значит, выезжают, да? Слушайте, а с деньгами у нас прям беда. Прям беда. Подготовка. Приостановлена. Отмена. Офига, там торнадо давят просто. Братство верит мне. Понял. Так, конвой прибыл. О, подходит. Смерть и разрушение. Так, пока мамонты стоят тупят, можно по ним пострелять. Отличная идея. Блин, жалко, их никто не видит. А ну, пойдите разведайте, мужики. Их. Разведочка. Объект атакует. А, блин, какая разведка, сейчас их убьют. Славная смерть.
Готов. Так, отъезжаем. А где мои ракеты, что надо? Я не понял. Атакую! Резервуары на пол. Во, другое дело. Тогда опять ядерку завалили. Да? Не, ну они, посмотри, они постоянно войсками оттуда выходят, получается. И в этом проблема. Надо как-то то место засекьюрить, получается. Там торнадо максимальный, ладно. Ага. И не только. Постройка захвачена. Нам два торнадо. Ладно. Блин, там мамонты стоят. Вот так неприятно. Новый курс. Я живой. Так, ну зато у меня большой папочка вышел. Ну что, огоньку? Что не может не радовать. Выдвигаюсь. Готов. Блин, там чисто одни москиты, ё-моё. И охотники. Но скрины пока то пятый вижу. Ракеты что надо? Да. Комбайны едут. Ну, комбайны едут тупить, как я вижу. Большой мамонт готов, опять? Да. Хреново. Мне опять основа. Да, я заметил. Конвой прибыл. Так, ну получается, я основной армии на себя принимаю. И тут прям достаточно. Одни чертовы мамонты, чего стоят. Можно, кстати, редимера покачать пока. Попробовать, по крайней мере. Так, а сколько в редимера юнитов входит? Только два, да? Да, все. Значит, тогда двух инженеров запихиваем в него и поехали. Значит, два инженера. Это в СТ-шку заезжая сразу 4. Да. Кстати, не обращаю ваше внимание. Здесь целых два контейнера лежит. С деньгами. 15 тысяч. Смотри, лоба. Да откуда? У меня 1000 еле-еле. Ой, там РБТР-ка я приехала. А вон и большой мальчик. Маяк установлен. Вперед к победе! Я здесь. Системы в боевом режиме. Я здесь. Готов к атаке? Так, хорошо. Конвой едет. И по идее нам сейчас откроют какой-то еще участок карты. Должны. Капец он ложится от москитов. Ё-моё. Это помню, у меня в комментариях, кстати, под одним видео или записью написали, очень такой умный, насчет нодов. Типа, ноды очень тщательно выбирают себе командиров для тех, кто будет вести с армией братства в бой. В то же время на базе этого самого командира. Ракеты что надо? Самый лучший гениальный тактик всея нодов. Борт к взлету готов. Да, а тут у нас борт к взлету готов. И ракеты что надо. Лучшие гении тактики, так сказать. Спам ракетчиками. Еще никому не мешал. Опа! That's the last convoy, now nuke the bastards! Объект атакует. А у них и он, как, кстати, сейчас будет работать, да или нет? Ну, короче, нам говорят, развали их. Смерть и разрушение! А мы, типа, и не против. Окей. Им вот такая пачка москитов летит. Убить их? Ага. Считай, уже сделано. Сейчас все будет. Да-да, я понял. Так, отъезжаем, ребята. Сейчас у нас там фантомчики работают. Подготовка. Ну, это еще ракеты, что надо, как всегда. Приостановлен. Не шуметь. Отмена. Системы в боевом режиме. Атакую! Не, ну, ПВОшек там много, ладно. Ну, я попробую издалека их тогда посносить. Объект атакует. У меня, в принципе, с этим делом проблем нет. Значит, начинаем спамить фантомов. Можно. Так, безумие! Пока, по крайней мере, деньги есть. Это да. Славная смерть. Цель захвачена. Так, разваливаем. Вот ракета, так. Что надо. Стреляй! Быстрее! Прах, прах. Блин, у нас тут комбайны тупо на крысу уже ездят. Ой, блин. Ну как бы... Нодовские комбайны, почему бы и нет? Да. Готов к атаке. Они только на крысу и умеют. В этом их, так сказать, специальность. Огне опасно. Атакую. Гнев Кейна. Блин, а редимер не качается, обидно. Курс. Ракета готова. Шуметь. Готов. Есть такое подозрение? Да. Там еще карта будет.
Да вроде нет, мне кажется, уже все. Да, я если честно, не совсем понимаю, нахрена тут нужны скрины. Там хижина мутантов вообще. Вот искренне не понимаю, зачем тут нужны скрины. Было бы прикольно, если бы они выехали и какой-то армией нам, знаете, как в бочину ударили. Вот это да, был бы смысл. Что типа они нам помешали, нашим разборкам, нодов и ГСБшников. В этом бы еще смысл был, а так... Честно, не вижу смысла пока. Вот вообще не вижу смысла, типа зачем они тут? Просто так по приколу? Наверное. Да, чтобы были. Блин, моих бойцов прожигает это говно. Не только бойцов. Давай ярость туда врубай. Так, хорошо. Не, ну редимер, конечно, в одиночку, в принципе, неплохо работает. О, это что такое? Секретный техцентр, вау. И насколько же он секретный, что мы его знаем теперь? Видимо, уже не секретный. Ой. Так. А снеси ПВОшечку, а? Где? Смерть и разрушение. Справа или слева? Справа. Сейчас снесем. Сейчас сделаем. Там еще одна. Нет, это ладно. Это аванпост, он может по воздуху тоже стрелять. Но, в принципе, ты такой толпой москитов можешь вообще снести здесь все что угодно. Или так скажу, по секрету. Блин, арту мою уничтожают. Негодяи уничтожают мою артиллерию, мне это не нравится. Так, ракеты что надо, плюс, наверное, давай немножко скорпионов наделаем. Для прикрытия. О, там то ли деньги, то ли нет. Деньги? Я, правда, не знаю, зачем они нам уже нужны, но ладно. Убивать. Скорпион на связи. Смысла уже от них, если честно, немного. Ох, ё-моё. Это бабахнуло. Объект атакует. Я аж испугался. Да этот техцентр бабахнул. ГСБшников. Слушай, это у них тут база, это... административное здание ГСБ, капец, у них тут много, очень интересно. Это там тайный этот, лаборатория же была. А сейчас говорят, ау, теперь давай армаду скринов убивай, да? Я не удивлюсь. Я тоже не буду удивлен, но это будет клево зато. На позицию. Так, и он, кстати, у них все еще живая. А нам надо уничтожить или захватить? Пойди все уничтожить. У нас даже ядерка не откадышилась, кстати. А мы уже почти все сделали. Сопротивление без скорпиона связи. А вот и ракеты. Ага. Это где? Где? Ракеты, что надо? А, понял, слева. Куда идти? Ну, его там... Настолько сейчас разогреют. Ну да. Так что вообще такое. Пофиг. Да, спам москитов, конечно, опасная штука. Ждем повеления. Тише. Но мне больше фантомы нравятся. Сдалека стоишь, расстреливаешь. Да. У нас еще целых 2.5 минуты до ядерки было. Мы, по идее, должны были дольше воевать. Но, опять же, я не совсем понимаю, зачем в этой миссии скрины. Как бы это прикольно, то, что они появились внезапно тогда с синематиком. Но, опять же, зачем они? Толку от них не было вообще. Вообще никакого толку. Не, ну чисто... Если бы они были врагами... И в заваруху между ГСБшниками и нодовцами вклинились и мешали нам и врагам. Это был бы смысл.